что и не хватает средств, и это дестабилизация обстановки, это огромные потери экономические, потому что останавливаются все сделки коммерческие. Нет правительства, нет Госдумы, все идет указами президента, то есть страна перестает быть демократической. Это всем плохо, всем. Вы знаете, что у нас партия серьезная. Будем голосовать, как принял решение пленум. Поздравляю с днем рождения Ивера Василия Михайловича. Уважаемые депутаты, присядьте. Ситуация. Нам удалось предотвратить тот уровень проблем, который мог бы возникнуть. Сегодня ситуация на контроле, заключающаяся в том, что мы сегодня ставим в экстремальное положение бюджеты субъектов в связи с тем, ответственность перед Россией, ответственность перед людьми. Давайте оправдывать эту ответственность не словами, а делами. Ждать далее некуда. Спасибо. Спасибо. Уважаемые депутаты, по одному вопросу от